Вон лопушка, как ковыряет хорошо. Уже вон видите, дыра какая. Смекнула девочка, смекнула, скажи. Там сгнившее все, скажи. Можно ковырять. Ну давай. Подожди. Вот, давай лапу. Привет. Привет, моя хорошая. Здравствуй. Да, я чаще не могу заходить. Да, у меня очень много дел. Да, ты моя хорошая. Вон у нас ноги уже на потолке. Ай, ты моя сладкая. Ай, ты моя умница. Ну все, нос не... Нет, дергаемся. Что ж ты так дергаешься носом-то? Лапы, вот только лапы. Ну давай лапой. Давай. Давай лапу. Ой, ой. Ты, кстати, ой, ты моя хорошая. Ну давай здесь. Давай. Ну голову даешь? Ну давай, голову, давай, давай. Во. Голову, говорит, да. Нос нет. Ты так дорожишь носом своим. Ай. Все. Вот, держись так. Вот. Держись, держись, моя хорошая. Держись, вот, я тебя держу, я тебя держу. Ай, ты моя умница, ай, ты моя умница, умница, разумница. Ай, ты вот нос, вот нос, 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 вот нос. Чего? Чего, моя хорошая? Ой, ну вот прям категорически. Это такой ценный нос у тебя, такой ценный нос у тебя, да? Вот, говорит, голову можно трогать, а нос нельзя. Нос нельзя. Да? Ты когда перестанешь фургон-то разбирать, а? У нас сварщик уехал, варить некому. Да. Там снизу, по периметру, этот весь фургон, он сгнил лет 10 назад. Как он вообще доехал. Скажи, ну пока до лета доживем, скажи, да? Скажи, даже может он туда и доедет. Вот, оп, вот, привет. Вот такие у нас вот когти, смотрите, вот, вот такие большие. Вот, как палец у меня. А, что такое, что такое? А поцеловать нос дашь? Давай нос поцелую, давай, давай. Давай попробуем. Ну, давай. Давай. Во, смотри, не дергается. Это не могу на тебя. То есть целовать нос можно, а пальцем дотронуться нельзя. Даже не поняла, говорит, в чем дело. Не поняла, в чем дело. Скажи, меня в нос чмокнули. Все, скажи. Все. Я что ты драться-то стала? Ты... Ай, ой, 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 ноги у нас. Ой, как у нас ноги. Ноги у нас там. Ну, весь все сено умяло. Да. Это тетка зашлась-то. Это тетка зашлась-то. Ай, ты моя хорошая. Да, да. Да. Вот. Вот. Вот ноги одни. Там у нас лапы. Вот у нас лапы сзади. Вот такие. Пятки сладкие у нас. Пятки сладкие у нас. Скажи, кашки поел. Чего там? О, там у нас собаки бегают, да? Собаки. Кто? Лапушка. Лапушка? Да, все съела. Ну, не все там, что-то осталось, что-то размазало. Я смотрю, дырку-то она дальше ковыряет, да? Что? Дырку в стене дальше ковыряет. Я говорю, она уйдет. Нет, она не уйдет, потому что там выше-то металл целый, понизу только сгнил. Но она просто дальше пойдет ковырять. Надо как-то остановить это. Подумать, как привариться, там не к чему. Там, наверное, брус надо прибить по полу.
Да? Думаю, хорошая, да? Скажи, мне делать нечего. Я дырку ковыряю. О, вот. Вот так. Давай, давай. Вот так, чтобы целиком тебя видно было. Ну, давай. Нет, говорит, так не хочу. Ты, говорит, сюда иди. Скажи, поел, скажи, да. Кашки с рыбкой, скажи, поел. Вот, пузо толстое, теперь можно и покататься. Скажи, что делать, ничего не надо. Скажи, забот нет. Поел, поспал. Поспал, поел. Вот, нос высунул, лапу подержал. Ай, ты моя. Там тыквы тебе чуть ли не тонну привезли. Скажи, вот она вся тут и валяется. Скажи, вот вся тут. Что такое? Что такое? Не надо ничего ковырять. Ладно, пойду туда схожу.